Так, вот у нас МКС шпарит. То он за кран долетел, да? Или же за облаками? А, нет, за кран. 24 июля 2021 год, Харьков. К сожалению, облака внезапно образовались у нас тут. Просто на моих глазах формируются облака, даже не наступают, там с севера, с юга, с запада, а формируется вот это вот, не семафорит нам МКС, а просто через эти формирующиеся облака пролетает, и то более ярким выглядит, то менее. ИСО 1600. Ой, ребятки, как все. Неприятно. С облачностью. Двадцать минут назад балкона я смотрел, показывал сыну. Вот тебе Юпитер, вот тебе полная луна, вот тебе Сатурн. А сейчас вот такая вот. Ну все, наверное, облака нам полностью скрыли. МКС, жаль. Да, надо же, ну ладно, ночь длинная, хотя и летняя, будем надеяться, к утру разведнеется, будем еще выходить, снимать. 24 июля 2021 год, Харьков, 23-26 по Киеву, Харьков.